Здравствуйте. Хочу предложить вам связать вместе со мной украшение, резинку для волос. Украшение состоит из резинки, вязаной розы и лепестков. Для работы нам понадобится резинка и нити, соответственно, которые нужно будет для лепестков и для самой розы. Мы будем с вами вязать розовый цветок. Желательно, конечно, чтобы сама резинка соответствовала одному из цветов. Либо салатовому, либо розовому. Здесь вот, которую резиночку я провязала ранее, сама резинка розового цвета. Смотрелась не очень красиво. Вот поэтому я ее обвязала нитью. Один недостаток в этих резинках. Резиночка со временем растягивается и приходит в негодность. Ну, я думаю, что отчаиваться мы не будем из-за этого, так как всегда можно будет розу эту открепить и пришить на новую резинку. Поэтому она очень долго послужит. Итак, мы для работы с вами берем резинку и берем соответственные цвета, которые мы хотим. Крючок я взяла тонкий. Он соответствует моей нити. Крючок у меня 1,25. Для работы нам еще понадобятся ножницы, иголка. Ну, обязательно хорошее настроение. И начнем мы вязание вот с такого лепестка. Здесь у меня на этой резиночке связано 2 лепестка. На этой я связала 3. Вы провяжите столько лепестков, сколько посчитаете нужным. Итак, приступим к вязанию лепестка розы. Начнем вязать, как всегда, с начальной закрепительной петли. Далее провяжем 7 воздушных петель цепочки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И теперь во вторую петлю от крючка провяжем 2 столбика без накида. 1, 2. Далее провяжем полустолбик. 2 столбика с одним накидом. 1 столбик с одним накидом и 2 столбик с одним накидом. Затем вяжем полустолбик и теперь вот у нас остается петелька еще одна цепочки. Мы сюда провяжем 4 столбика без накида. 1, 3, 4. И теперь возвращаемся с другой стороны цепочки. Будем провязывать столбик, полустолбик. Затем 2 столбика с одним накидом. Один и второй. Затем снова провязываем полустолбик. И в последнюю петельку провяжем 2 столбика без накида. 1 и 2. Присоединимся сюда соединительной петлей. Следующий столбик. Соединительная петля. Затем провяжем воздушную петлю
И будем теперь обвязывать лепесток. Воздушная петля, столбик без накида. Снова провязываем воздушную петлю и столбик без накида. Воздушная петля, 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 столбик без накида. Еще один раз воздушная петля, столбик без накида. И теперь в верхушке лепестка провяжем 2 воздушные петли. И снова продолжаем вязать столбик без накида, воздушная петля, столбик без накида, воздушная петля. И так продолжаем до начала обвязки. За счет такой обвязки край листика становится плотнее. Можно обвязать и рачьим шагом. Вот мы довязали до конца и присоединимся соединительной петлей. В одном из листочков можно нить обрезать, оставив для пришивания. Остальные лепестки можно ниточку обрезать и затем с изнаночной стороны работы ее аккуратненько прятать. Вот так лепесток для розы готов. Ну, а теперь будем вязать саму розу. Для этого возьмем нить розового цвета. Провязываем начальную закрепительную петлю. И далее вяжем цепочку из 23 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Провязали 23 воздушные петли. И теперь во вторую петлю от крючка провязываем столбик без накида. В следующую воздушную петлю цепочки провязываем 2 столбика без накида. 1, 2. И теперь до конца цепочки чередуем, провязывая 1 столбик без накида, в следующую 2 столбика без накида. 1, 2. Снова повторяем. 1 столбик провязываем без накида. И в следующую провязываем 1, 2. И так вяжем до конца цепочки. Последнюю петлю у нас провязано с вами 2 столбика без накида. Далее переходим к вязанию следующего ряда. Провяжем 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. И разворачиваем полотно. И теперь в эту же петелечку мы провяжем с вами столбик
с одним накидом. Далее в следующую петлю цепочки будем вязать полустолбик. И еще сюда же провяжем 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Далее, пропустив одну петлю предыдущего ряда, в следующую провязываем 2 столбика с одним накидом. 1, 2. В следующую петельку предыдущего ряда провязываем полустолбик и еще 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Снова пропускаем одну петлю в предыдущем ряду и в следующую петельку провязываем 2 столбика с одним накидом. Один, два. Далее в следующую петлю провязываем полустолбик и 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Пропускаем далее одну петлю в предыдущем ряду, в следующую провязываем 2 столбика с одним накидом. 1, 2. В следующую петельку предыдущего ряда провязываем полустолбик и 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Так нам нужно будет повторить 5 раз. 1, 2, 3, 4. Еще один раз. Так, пропустив одну петлю, провязываем в следующую. Через одну провязываем 2 столбика с одним накидом. 1, 2. И в следующую петельку провязываем полустолбик. И сюда же еще 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Далее немножко изменим вязание. Теперь будем провязывать, пропустив 3 петли в предыдущем ряду. 1, 2, 3. Четвертую мы провяжем с вами 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4. И так повторим еще 4 раза. Пропустив 1, 2, 3, четвертый провязываем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали мы такие вот 2 ракушки. Еще надо провязать 3. Пропускаем снова 1, 2, 3. Четвертый провязываем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2,
3, 4, 5. Повторяем еще раз. Пропускаем 1, 2, 3, 4. Мы провязываем с вами 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. И повторим последний раз, вводя крючок в последнюю петельку цепочки. Один, два, три, четыре, пять. Так мы закончили вязать второй ряд. Приступая к следующему ряду мы провяжем с вами воздушную петлю подъема и развернем полотно. В первую петлю ряда мы провяжем с вами столбик без накида. Далее будем вязать следующую петлю, провязывать полустолбик и столбик с одним накидом. В следующую петельку мы провяжем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. В следующую петлю провязываем столбик с одним накидом и полустолбик. Далее свяжем 2 воздушные петли. Теперь, пропустив 2 петли в предыдущем ряду, в третью мы свяжем с вами полустолбик и столбик с одним накидом. В следующую петельку провяжем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. В следующую петельку провязываем столбик с одним накидом и сюда же полустолбик. Снова вяжем 2 воздушные петли. И пропустив 2 петли предыдущего ряда, в третью провязываем полустолбик и столбик с одним накидом. В следующую петлю вяжем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Далее в следующую петлю провязываем столбик с одним накидом и полустолбик сюда же провязываем. Затем 2 воздушные петли. И теперь повторимся еще раз. Пропускаем 2 петли в предыдущем ряду. В третью провязываем полустолбик и столбик с одним накидом. В следующую петлю 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3.
В следующую петлю провязываем столбик с одним накидом и полустолбик. Две воздушные петли. И повторим еще раз. Это мы вяжем с вами над этими пятью ракушками предыдущего ряда. 1, 2, 3, 4. И еще один раз повторим над ракушкой. Пропустив 2 петли в предыдущем ряду, в следующую, в третью, провязываем полустолбик и столбик с одним накидом. Далее 3 столбика с одним накидом в одну петлю. 1, 2, 3. В следующую петлю столбик с одним накидом и полустолбик. Далее 2 воздушные петли. Теперь немного изменяется вязание. Это мы вязали над 5 ракушками предыдущего ряда. Теперь у нас вот там, где мы с вами вязали, в начале тоже 5 таких групп столбиков, немного по-другому. И теперь над ними мы будем провязывать таким образом. Также пропустив 2 петли предыдущего ряда, в следующем мы провязываем полустолбик и столбик с одним накидом. Над ракушками вязали 3 столбика с одним накидом. Здесь мы будем провязывать по 2 столбика с одним накидом. 1 и 2. То есть разница, здесь провязано было посерединке 3 столбика с одним накидом, здесь будет 2. И также далее провязываем столбик, следующую петлю, столбик с одним накидом и полустолбик. Затем 2 воздушные петли. И повторяемся теперь до конца ряда, провязывая полустолбик и столбик с одним накидом. Далее в следующую петлю провязываем 2 столбика с одним накидом. В следующую петлю провязываем столбик с одним накидом и сюда же полустолбик. Затем 2 воздушные петли. Теперь пропустив 2 петли в предыдущем ряду, в третьем мы провязываем полустолбик и столбик с одним накидом. В следующую петлю провязываем 2 столбика с одним накидом. 1, 2. В следующую петлю провязываем столбик с одним накидом и полустолбик. Затем 2 воздушные петли. Вот нам еще осталось повторить 2 раза. Пропускаем 2 воздушные петли, 2 петли предыдущего ряда. В третью мы провязываем с вами полустолбик и сюда же вяжем столбик с одним накидом. Следующую петлю вяжем 2 столбика с одним накидом. 1, 2. В следующую петлю провязываем столбик с одним накидом и сюда же провязываем полустолбик. Затем 2 воздушные петли. И повторяем последний раз, пропускаем 2 петли в предыдущем ряду. В следующую петлю провязываем полустолбик. И сюда же столбик с одним накидом. В следующую петлю
предыдущего ряда провязываем над ней 2 столбика с одним накидом. Затем в следующую провязываем столбик с одним накидом и сюда же вяжем полустолбик. В конце ряда в третью воздушную петлю подъема провязываем столбик без накида. Так мы закончили с вами ряд. Ну, теперь далее провязываем воздушную петлю и разворачиваем полотно. В первую петлю провязываем столбик без накида. И теперь, так же как мы обвязывали листочек, мы будем вязать воздушную петлю, столбик без накида. Так будем чередовать. Воздушная петля, столбик без накида. Воздушная петля, столбик без накида. Воздушная петля, столбик без накида. Далее столбик без накида. Или чтоб не сбились вы, далее над столбиками провязываем столбики без накида, между ними воздушная петля. И теперь, вот когда мы дошли с вами до цепочки из 2 воздушных петель, мы с вами провяжем таким образом. Вводим крючок между столбиками 2 ряда. Вот у нас цепочка. И здесь вот между столбиками у нас такое вот расстояние. Сюда вводим крючок и провязываем столбик без накида. И затем снова провязываем столбик без накида, воздушная петля, столбик без накида, воздушная петля, столбик без накида, воздушная петля. Снова так провязываем до 2 воздушных петель цепочки. Здесь мы повторяем так же самое. Вводим крючок вот между столбиками с одним накидом 2 ряда. Подхватываем рабочую нить и провязываем столбик без накида. И так мы повторяем до конца ряда. И вот когда мы закончили провязывать ряд, мы теперь пройдемся немного соединительными петлями от начала цепочки. По краю рядов прошлись до начала цепочки. И теперь ниточку мы обрежем, оставив нить для того, чтобы потом можно было собрать розочку. И это еще не все. Вот так у нас смотрит лицевая сторона. И теперь отсчитываем промежутки 1, 2, 3, 4. Вот так немножко загнем. И нам нужна вот эта петля. Присоединяем сюда нить. И провязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И сюда же еще провяжем 4 столбика с одним накидом. В итоге у нас получается 5 столбиков с одним накидом. 1, 2 у нас уже. Далее 3, 4, 5.
Теперь мы сделаем накид и присоединимся к следующей петельке вот между ракушками. Вот сюда. Сюда же провяжем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. И повторим так еще 2 раза. Присоединяемся. Вот в этот столбик, под эту петлю. Провязываем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, повторим. Четвертую такую ракушку свяжем. Снова присоединяясь под столбик. Вот эту петлю, провязанную ранее. И провязываем 5 столбиков с одним накидом. Один. 2, 3, 4, 5. И теперь провяжем воздушную петлю для подъема и развернем полотно. А теперь нам уже по знакомой схеме вязания мы с вами провяжем в первую петлю столбик без накида. Далее вяжем полустолбик и сюда же столбик с одним накидом. В следующую петельку провязываем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Затем в следующую петлю провязываем столбик с одним накидом и полустолбик. Затем вяжем 2 воздушные петли. Пропустив 2 петли предыдущего ряда, в третью провязываем полустолбик и столбик с одним накидом. В следующую петлю предыдущего ряда провязываем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Затем столбик с одним накидом. И сюда же в эту петельку провязываем полустолбик. Так, но надо еще будет провязать над 2 ракушками. Пропускаем 2 воздушные, 2 петли предыдущего ряда. И далее провязываем полустолбик и столбик с одним накидом. Затем 3 столбика с одним накидом, провязанные в одну петлю основания. Следующую петлю предыдущего ряда провязываем столбик с одним накидом и полустолбик. Затем вяжем 2 воздушные петли. И еще повторим один раз. Пропускаем 2 петли предыдущего ряда. В третью провязываем полустолбик и столбик с одним накидом. Следующую петлю из одного основания провязываем
3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. В следующую вяжем столбик с одним накидом и полустолбик. Заканчиваем ряд, провязав столбик без накида. И нам осталось еще связать один ряд. Для этого мы провязываем воздушную петлю и снова разворачиваем полотно. И теперь к знакомой нам обвязке провязываем столбик без накида, воздушная петля. И над столбиками без накида предыдущего ряда провязывать будем столбики без накида. Между ними воздушная петля. Итак, вяжем до того, когда мы довяжем до двух воздушных петель. И теперь снова мы провязываем между столбиками с одним накидом, вводим крючок, подхватываем рабочую нить и провязываем столбик без накида. Далее обвязку повторяем. Над столбиками без накида вяжем столбики без накида и между ними воздушная петля. И снова вводим крючок вот между столбиками с одним накидом, опускаясь на два ряда ниже. Подхватываем рабочую нить и провязываем столбик без накида. И так вяжем до конца ряда. И здесь, опускаясь на два ряда ниже, вводим крючок между столбиками с одним накидом. Подхватываем рабочую нить, вытягиваем ее и провязываем столбик без накида. И вот мы уже подошли к концу ряда. В конце над воздушной петлей подъема провязываем столбик без накида. И теперь нить можно обрезать. Затем эту ниточку спрячем с изнаночной стороны, чтобы она нам не мешала дальше. Вот так и аккуратно протягиваем с изнанки изделия. Ну что у нас получается? Теперь найдем начало. Розочку поворачиваем, не заготовку розы поворачиваем на лицевую сторону. И смотря на лицевую сторону, будем сворачивать ее.
Вот так стернули. И здесь у нас с вами нить. Мы возьмем эту нить и вденем в иголочку. Вдели нить в иголку и теперь аккуратно сошьем, пройдя насквозь вот так вот ниточкой, иголочкой. Чтобы все лепестки розы были сцеплены. Вот роза наша готова. И теперь ее прикрепим к резинке. Прикрепив розочку к резинке, затем будем пришивать листочки. Вденем иголочку в тот листочек, где у нас оставлена была длинная нить, и затем пришьем. Ну и вот листочки пришиты, и наша резинка для волос, розочка, готова. А я с вами на этом прощаюсь. Всем желаю хорошего настроения. До свидания, до скорой встречи.